Так, смотрите, вот такой вот саморез я загнал себе в скат. Пробил он полностью скат. С той стороны торчал. Ну, что я вам скажу. Я думал, 25 евро будет стоить ремонт, как мне вчера сказали. Но оказалось, короче, мне сказали, что тебе помимо шнурка еще надо снизу ставить латку с середины, короче. Будет стоить 40 евро. Ну, что, я сделал, короче, за 40 евро, то что завтра ехать в Белефель по трассе, 120 ехать, там 140, ну, опасно с такой херней ехать, короче. Я уже думал сам сделать, но что сам не буду делать, потому что долго надо ждать, короче, этот весь крем-комплект, чтобы шило, вот это, шнурок покупать, короче, он вообще стоит 10 евро. Но, короче, сделал за 40 евро. Но я считаю, это недорого для Германии. А вы пишите, дорого, недорого это, как вы считаете? Короче, он приехал на ИСТО, сейчас делает мне будет колесо. Жопу видели, как поддонкратили и все, четенько.